что блядь? Картошка фри, блядь. Так. Когда-нибудь отправляли сообщения или фотографии не тому человеку случайно? Нет, никогда. Да. Хотя не помню, когда. Не, никогда. Я либо специально это делала, якобы я случайно, либо никогда не отправляла. Встань, танцуй, моя дорогая, тебе пишет. Губа не дура, блядь. Вопросик. Был блокирован на социальной сети. Да, было. Буквально сегодня. Сегодня, блядь, 30 минут назад. 22 раза, блядь. Ребята, были ли в магазине с игрушками для ребенка? Были, да мы втроем были. Да? Да, так где вы не поняли, в 2019 году, по-моему. А что мы там делали? Мы что-то делали, я не помню. Блядь, моя мама будет выглядеть как пиздец. Сейчас, и погоди, мне нужно. Блядь, ну пиздец. Нет, вообще пиздец. Погоди, да. Вик, ты уходила когда-нибудь не заплатив? Нет, никогда. Где нет ты? Нет. А как мы пиво спиздим? Жаль от корсицы. Вы что, серьезно? Ладно, да, было, было, было. Не, я всегда плачу. Ой, еще подарок подарили. Так, ребята, пускали фальшивые сплетни от других? Да. Да. Вопросик. Вы кого? Ну, это не важно. Ой, я не помню, кстати, тоже про кого. Я про Пуле, кажется, пускала. Что пускала? Не помню, но пускала точно. Люка. Покажи свою короткую. А, тебе написали, покажи. Show your short. Что это, блядь? Хуй знает. Мы сейчас спать будем, так что отнимемся. Так. Пукал тихо в присутствии других людей. Было. Я катался. В автике всегда, блядь. Так сильно, блядь. Не, ну 100%. Господи, мы люди. Так что нечего стесняться, на мой взгляд. Ребят, боялись, что случится залет или беременность. Да. Венерическая болезнь считается. Я много раз пугалась. Самарс. Вместе. Нет, было. Hello, baby пишет. А? Вам обеим пишет Hello, baby. А что? Hi, baby. Hi. Так. Смеялся над чужими промахами. Сбегал со скучных вечеринок по придуманному поводу. Да, да. Привет. Да, помнишь, мы пошли. Тебе написали, Вик, привет, ведущая. Привет. Ну, типа, ведущая спросили, ты ведешь или нет? Нет, я не веду. Ведет мой друг. Нет, ну, типа, я просто оператор. Оператор. Когда? Помнишь, когда мы хотели пойти в клуб?
клуб, гей-клуб. А, в итоге мы такие, ой, пошли нахуяримся. Не помню, ты такая, ой, у меня настроение нет. Пошли в культурно коротко. Всё, вспомнила. И в итоге мы не пошли, потому что оно было закрыто. Так, ребята, встречались с двумя людьми одновременно. Нет. Ищу желающих стать официальными ведущими. Хочешь стать официальным ведущим? Я официальный ведущий. Ты официальный ведущий? Угу. Нет. Не хочешь? Ну, блядь, я веду этот последний стрим и все. Не первый, последний. Если мы еще с тобой встретимся, то возможно будет, а возможно... Жаль. Он написал жаль, да. Ну, кто? Ну, парень, он ищет официальных ведущих, вот, ведущих. Ну, там получают уже зарплату, получается, и время от времени трансляция зависит. Ну, я пока прикольно. Не хочу. Следующий вопрос. Спал пьяным на улице? Так, что, да, было. Заканчиваем трансляцию? Заканчиваем трансляцию? Да. Можно, да. Пока!